На протяжении 3 дней в спорткомплексе «Водник» шли соревнования команд детско-юношеских спортивных школ Одесской области. Турнир организовала областная федерация баскетбола. В Рени приехали мальчишки и девчонки из Келии, Измаила, Южного, а также команды Одесской баскетбольной школы имени Александра Белостенного и специализированной спортивной школы Олимпийского резерва имени Бориса Литвака. Сюда мы приезжаем не первый год. И мне приятно сюда приезжать, потому что встреча детей с новыми командами, встреча тренеров со своими друзьями – это праздник, всегда праздник. И здесь у вас есть прекрасный зал, где можно проводить много интенсивно тренировок и соревнований особенно. Я хочу сказать, поблагодарить всех тренеров. Поблагодарить Федерацию баскетбола, которая тесно контактирует со всеми командами, которые благодаря им, тренерам, проводятся такие серьезные турниры. Именно на таких турнирах имеют возможность проявить себя будущие чемпионы, а тренеры видят завтрашний день большого спорта. Но не это главное. Здесь формируется здоровая нация. Если говорить о результатах... Девочки наши проиграли в первый раз команде, которую они всегда выигрывали. Это соц. Измаил. Они немножко расстроены, но баскетбол есть баскетбол. Мальчики вчера проиграли Южному и выиграли у Измаила. Я думал, что будет немножко слабее. Нет, все нормально. Есть дети, которые на них любят смотреть.